Всем привет, с вами Елена Бау, вы смотрите мой канал. Вообще в жизни меня зовут Елена, и я люблю ароматы, я люблю парфюмерию, косметику, я люблю шопинг. И если вы тоже за такие радости жизни, тогда добро пожаловать на мой канал, подписывайтесь и будете частью моей команды людей, которые любят себя баловать. Начало осени для нас – это всегда начало новых привычек. И приходится отказываться от летнего релакса в пользу работы, карьеры, учебы и прочих дел. В это время меняются наши вкусы и парфюмерные предпочтения. Лично мне встретить осень помогают цветочные ароматы, но уже не такие акватичные и свежие, какие понравились бы летом. Прохладная погода позволяет прекрасно переносить более шлейфовые и громкие ароматы. Я обратила внимание на очень масштабную интернет-компанию парфюма, который, я думаю, вы согласитесь, заполонил все соцсети, в том числе мои. Они-то знают мои основные ключевые слова в поисках, видят, на какую рекламу я реагирую. И вот реклама Armani My Way. И она меня начала конкретно доставать. Если сначала меня захватило любопытство, потом эта шумиха дала просто обратный эффект. Я не очень люблю те ароматы, которые навязывают всем. Короче, бестселлеры я обхожу стороной. За агрессивным продвижением этого парфюма оказался красивый, безобидный, приятный цветочный аромат с терпимой сладостью. И я не скажу, что исполнение аромата уникально. Но он звучит стильно и очень женственно. Его отличительная нота тубероза, на старте сладковатый бергамот. Насыщенными переплетениями ингредиентов открывается облачный фруктово-сладко-цветочный аромат, идеально подходящий для сезона весна-лето. Но даже в сентябре он будет то, что надо. Если ты любишь белые цветы, я прям очень их люблю, в таком звонком исполнении, то аромат уже сможет зацепить тебя. Также могу выделить очень харизматичные ноты туберозы и флёр-д'оранжа. Фон аромата сладко-ванильный, но при этом там есть и свежий чистый наплыв. Хорошо эту сладость приглушает кедр и делает аромат через 30 минут таким душистым и гармоничным. Стоп-стоп, встречают по одежке, я имею в виду флакон. Вот мне он сразу очень понравился. Крышечка словно натуральный камень. Это маленькая синяя ленточка, красивая деталь и прозрачная элегантность. Аромат я носила в прохладный день, и мне понравилось проявление жасмина. Как будто такой, знаете, сладковатый чай. И я люблю такие ноты в ароматах. В более жаркую погоду меня преследовала тубероза. И я ее не переставала слышать. Думала, что вокруг тоже все ее слышат, но муж сказал, что аромат звучит красиво, а он точно реагирует сморщенным носом на то, что ему не нравится. В целом аромат подойдет для широкой аудитории девушек, которые любят харизматичность в ароматах, любят фрукты и цветы, и сладости, и все остальное. Это будет что-то в стиле габановской императрицы или Лавия Белль Живанши. Но комплименты вы получать точно будете, как и я весь этот месяц. Поэтому и сделала этот аромат ароматом месяца. Аромат сделан очень вкусно, но не ждите от него чего-то необычного. Он похож и на Туросар де Донна, и на Дживанши Ангелы и Демоны, и напоминает еще огромное количество других ароматов, которые наверняка есть в вашей коллекции. Но все же соединение туберозы и жасмина выдало некую универсальную формулу красоты, женственности, облачного парфюма, который я рекомендую затестировать. Носила его с удовольствием и рекомендую вам. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр.